Летом в купальный сезон отдыхающих у водоемов жителей всегда очень много. Но не все граждане знают или же просто забывают о том, как правильно вести себя у воды. О правилах безопасности жителям Щелково напомнили спасатели Центра гражданской защиты. Они раздали жителям, отдыхающим на пляже в городском парке, тематические листовки. А помогали им в этом собаки породы корги, одна из которых, Маруся, является талисманом Центра гражданской защиты. Раз в месяц проводим мероприятие «День открытых дверей». Значит, цель какая? Вы видите, какая жаркая погода, лето, люди идут к водоему, к сожалению, люди тонут. Вот, допустим, неделю назад в Московской области утонуло 9 человек, к сожалению. Мы раз в месяц проводим мероприятие. После того, как мы провели мероприятие, и наши корги, наши друзья, друзья наших спасателей вышли на пляж Щелково, не знаю, счастливая случайность или нет, но ни один человек за это время у нас не утонул. На мероприятии собралось множество владельцев данной породы собак, которые решили совместить приятное с полезным и не только помочь проинформировать жителей о необходимости соблюдения правил безопасности у воды, но и поучаствовать вместе со своими питомцами в корги-марафоне. Конкурс включал в себя несколько заданий. Одним из них была демонстрация лучшего костюма спасателя для собаки. Самые креативные хозяева и их домашние любимцы были награждены специальными подарками, которые предоставили друзья Центра гражданской защиты. Я здесь уже второй раз, мы здесь, по-моему, месяц назад первый раз собрали в таком круге, да, мне очень понравилось, очень дружная атмосфера была, очень весело, поэтому я был рад, что позвали еще раз. Впереди еще весь август, а значит, дней для возможности отдохнуть у воды будет предостаточно. Помните о правилах безопасности. Купайтесь только в специально оборудованных местах, не ныряйте в незнакомых водоемах и не заходите в нетрезвом состоянии в воду. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.